Доброго вам всем дня и отличного настроения. У нас сегодня снова готовка, снова первое блюдо и сегодня чечевичный суп. Что это за суп, спросите вы такой? Ну, суп как суп, но если правильно его приготовить, в принципе, как и любой суп, он просто будет пальчики обкусишь. Поэтому, ну, что, много слов говорить? Скорее к столу, скорее к готовочной разделочной доске, скорее к кастрюлям и готовить эту вкуснятину. Погнали! Давайте быстро пробежимся по тем продуктам, что я разложил на разделочной доске. Это, собственно, чечевичка, красная, зеленая, большая морковка, большая картошечка, большая луковичка, перец рапиру, чилийский перец, томатная паста. Здесь у нас свиные ребрышки для бульончика, тут я заготовил соль, хмель, сунели, черный перчик, укропчик, три лаврушечки и запчасти от укропчика, которые нам понадобятся для приготовления нашего вкусного бульончика. Ставим кастрюльку с водой на плиту, включаем плиту на максимум, дабы она закипела. Промытые ребрышки аккуратно опускаем в воду. В водичку также добавляем наши специи. Лавровый лист пока не добавляем, но добавляем остатки укропчика. Закрываем крышечку, оставляем наш бульончик вариться минут 30 и приступаем к пассеровке. Для пассеровки я натираю на крупной терочке морковку. Мелко-мелко нарезаю лучок, прям мелко-мелко-мелко. Перчик рапира я разрезаю пополам. Вытаскиваю из него зернышки и также мелко его разрезаю на кусочки. Когда водичка закипела, мы снимаем пенку. Переводим плиту на маленький огонь, снова закрываем крышечку и приступаем к приготовлению пассеровки. Обжаривать наши овощи сегодня я буду на сливочном масле. Смотрите, прям большой-большой кусочек. И аккуратно перекладываю наши овощи в сковородочку. Напоминаю, обжариваем мы, как всегда, до золотистой корочки. Когда золотистая корочка только стала проявляться, мы прям так вот две ложечки, а может и три, давайте, хочу густого такого вкуса, три ложечки томатной пасты. Все это дело перемешиваем. Солим обязательно или солим, поправьте меня, наверное, солим. Снова перемешиваем и буквально минуточку вот так вот даем все это дело смешаться воедино, пожениться и выключаем конфорку. Все, вуаля, все готово, выключаем конфорку и приступаем к приготовлению остальных ингредиентов для нашего чечевичного супа. И что же у нас за остальные ингредиенты? Это картошечка, во-первых, это чечевичка, которую, я напомню, предварительно промыл и оставил замачиваться на ночь. Картошечку также будем резать мелко. Хочу, чтобы все было приятно в ложечке и таяло во рту. Собственно, никаких крупных фракций в супе я не хочу делать. После картошечки в ход идет чилийский перчик. Весь его, ну, не будем использовать. Давайте вот, да, давайте три кусочка. Все, зернышки я вот так вот вычищу и отправляю все это дело туда же, в пиалку. Туда же у нас идет лавровый лист. Зелень мы сейчас нарубим, но оставим ее на самый последок. Последние 5 минуток варки нашего чечевичного супа я заброшу эту зелень в него. Кстати, рылся в холодильнике, нашел молодой чеснок, прямо запах голову сносит. Если у вас есть, ну, не лишнее будет добавить, если нету, можете не добавлять. Я же фанат чеснока, и вот
такой клад у себя в холодильнике отыскал. Кстати, забыл добавить, что чесночок отправится в супчик у нас вместе с зеленью. Пока мы занимались овощами, 30 минуточек прошло, бульончик готов, мяско готово. Вытаскиваем наши ребрышки, вытаскиваем наш укропчик и делаем маркировочку. Вместо мяска мы забрасываем нашу пассеровочку, нашу чечевичку и нашу картошечку. Аккуратненько вываливаем картошечку, чечевицу, перчик, лавровый лист. Стараясь не обжечься, помним, что в нашей кастрюльке кипяток. Следом вываливаем также аккуратненько нашу пассеровочку. Смотрите, какой у нас приятный такой цвет у супчика сразу появляется. Перчик, лавровый лист, прям даже не пробуя, можно сказать, что это очень-очень вкусно. Перед тем, как закрыть крышечку, мы добавляем в супчик счищенное мясо с наших ребрышек. Напомню, это даже и не ребрышки, а такой суповой набор, так что мясо основное съел кто-то до нас, поэтому... Ну, что было, то и добавляем. Все, теперь смело можно закрыть крышечку, варим полчаса, потом 5 минуточек еще с укропчиком и чесночком, и, собственно, все, разливаем по тарелочке и пробуем. Плита возвестила о том, что полчаса наши прошли, снимаем крышечку, какие ароматы, прям сносит голову вообще. Но, чтобы совсем сойти с ума, мы добавляем укропчик и чесночок. Вываливаем это великолепие в кастрюльку, все это дело размешиваем. Смотрите, ну это прям шедевр, даже не пробуя, можно просто вот картину писать, настолько это красиво все выглядит. Наш супчик, чечевица, картошечка, тут плавает перчик, лавровый листочек где-то и теперь вот укропчик зелененький. Все-таки эстетика в супах и вообще в блюдах должна присутствовать как в цвете, как во вкусе, запахе. Нам должно нравиться абсолютно все. Все, 5 минут, нервы мои сдают, уже полез за пиалочкой, жду с нетерпением, наливаю и пробую. Фух, наконец эти 5 минут бесконечные прошли, посмотрите, какая густота, какой навар, прям запах сшибает голову. Все, я на взводе. Прям вот самую густоту зачерпываю, хочу есть. Хочу есть именно этот чудесный супчик. С пылу с жару. Вот так вот себе много налил, целую пиалочку. Дабы не обжечься, поставлю пиалочку на деревянную подставочку. Тут у меня чиабатта свежайшая и, собственно, ну что уже говорить, я на взводе, хочу пробовать этот суп. Густота потрясающая. И, кстати, вот ну, я стою, спросите, почему не сяду за стол, и я отвечу, это не из-за того, что я куда-то спешу, это дань уважения этому супу. Я вот, ну, он настолько хороший, что вот я готов его есть стоя. Ну, при своей простоте, да, о которой я говорил в начале, этот супчик, ну, реально достоин королей богов, таких как вы. Собственно, давайте вот, ну, уже прощаться, потому что я, ну, реально хочу его весь съесть, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Вот здесь вот появится Мамкин Блогер сейчас, это мой канал. Ну и что? Готовьте вместе со мной, готовьте правильно, вкусно, полезно и, главное, быстро. Все, пока-пока, а я срочно приступаю к супу.